ужасно забились. Так, сейчас зайдем, посмотрим, что там с водой. Обещали какой-то эпик, большой водосброс, миллионы пены, ну и тому подобное. Посмотрим. В этом году воды много. Я на нем бываю, а ее все спускают. Сейчас увидим. Надеюсь, камера не лагает. Насчет пены не наврали вы. Прям был держу. Ох ты там волны, охренеть. Есть идея. Я сегодня хотел съездить вот туда, но я не катался, ну, год. Не знаю, смогу или не смогу. И, в общем, за этот год я вычитал такую шнягу, что есть такая печа, ну, которой пользуются всякие путешественники там или спортсмены. Некоторые, короче, с рюкзаками такими ездят. И если закинуть в рюкзак камеру и сказать, типа, куда я хочу, то мы там окажемся. В общем, я хочу быть там. Если не получится, ну, не получится. Давайте, ребят. Кажется, рюкзак сработал. Мы телепортировались оттуда, вот сюда, и велик мы здесь, но жалко, это так не работает. Знаете, ребята, что сейчас записалось, если оно записалось? Я так подумал, надо, в общем, на рыбалку съездить, на велосипеде прям. Как вам идея? Мне кажется, нормально. Заехать-то я могу далеко, а просидеть я могу еще дольше. В общем, я проехал полуостров до конца, грубо говоря, и сейчас должна быть песчаная коса. Ну, тут даже песок. Посмотрим, что с ней. Если ничего интересного, поедем на другой берег. Ну, это, правда, большой крюк надо будет делать. По трассе. Туда-сюда. Долго, в общем. Но если что, поедем. А там поверху электричка ходит. Надо будет тоже по ней как-нибудь съездить. Мне кажется, там будет вообще красота. Да. Парилка, кстати, что-то мне это прям парит. О, шершенек летает маленький. А ну-ка, отстань от меня. Лодку. Не лодку. В общем, кроме камней, пока я ничего интересного здесь не обнаружил.
еще бы поесть здесь где-нибудь, было бы вообще хорошо. Потому что я, кроме печенья, ничего не ел. Штучек 5 съел, наверное. Сейчас будет интересное место. Не знаю, что это цветет. Вот что это такое розовое. Но выглядит прям красиво. Его тут много. И пахнет. Пахнет прям сладким чем-то. Как конфеты какие-то. Я вроде на телефон это снимал. Ну, крупным планом прям. Если кто-то знает, скажите. Блин, пахнет прям приятно. Особенно, когда нет запаха ели. Я, наверное, поеду, скорее всего, на тот берег. Интересно просто. Фоточек понаделать. Я туда ездил, у меня еще все старое было. Ну как? Все старое, кроме обвеса. Вилка была старая. Седло там, все дела. Блин, надеюсь, камера не лагает. Я что-то попробовал дома. И она просто... Ну, как обычно, в общем, ничего не поменялось. Она просто лагает. Скорее всего, дело в камере. GoPro не очень. Все дела. Такие вот истории. Ребятишки. Не знаю, что с ним делать. Я флешки менял, обновлял ее. Все остальное ничего не помогло. Едем налево вниз. Рыбачат, люди рыбачат. Кажется, нашел место, блин, ненавижу по такому песку ездить. Глубокий очень. Так. Короче, внизу был пляж. Там ездили машины. Он затоп, затоп. Непонятно. Рис. Мокро, да нет, нормально. Контактные обуви. Блядь. В контактной обуви неудобно ходить. Так, обновляем инфу. Обновляем инфу с трекера. Проехал я 28 километров. Пока что полтора часа езжу, средняя 18. 28 километров, полтора часа, и сейчас 2 часа дня. Это я думал, успею я, короче, на ту сторону или нет. Ну, наверное, успею. Да. Надо ехать. Кстати, вода то убывает, то прибывает. Вообще балдеж. Правда, дороги до сюда нет. Кстати, пульс проверяю через эту. Через ремень с Алиэкспресс вообще отлично. Стараюсь, короче, в районе 140 держать. Вроде как начитался всякой хрени. Должно работать. Хотел поснимать с руки, короче, оказывается, камера шалит. И много чего не снимает. Ну, мне так кажется. Потому что она сейчас просто залагала. Так, говорю быстро. Выехал обратно, наверное, поеду налево. То есть на тот берег. Камера опять не работает. Начались мои типичные проблемы. Камера не работает. Ну и все. Одна проблема. Камера не работает. Сейчас доеду до трассы. Камеру включать, наверное, не буду. Пробки огромные просто. Невероятно. Ну, посмотрел я, сколько время, сколько я проехал. Но я думаю, нормально успею. Тем более не зима. Солнце в 9 часов заходит. Ой, блядь, вот такой движ, ребят. На обратном пути, если пробка сохранится, будет один кайф проезжать. Один кайф. О, мужик с женщиной поехал.
дальнобойщик. Вот мое любимое место. КамАЗ военный. То есть вода, которая сейчас падает, она до дна достает и обратно поднимается, что вот там водоворот. Промежуток. Можно проехать по краю дороги. Поеду по дороге на всех парах, так сказать. Здесь пока не хочется справа ехать, как надо. А камера продолжает тупить, кстати. Вот я не знаю, сейчас она должна зависнуть. Секунд, наверное, 3 снимает и зависает. Не знаю, что с этим делать. Обидно, обидно. Не знаю, работает камера или нет. Сейчас пальцем проверю. Она не работает. Так, сменил батарею. Осталась одна. Да и то, которое они вытаскиваются, не работает. Поднимаемся на смотровую площадку сейчас. И чё? Ну, отдыхаем. Я думаю, где-то минут 30 я точно посижу. Там, наверху. Вот. Посмотрим. Ну, если там людей не будет... Не люблю, когда людей много, тем более сейчас. Вот. Лес, кстати, сырой такой. Вчера был дождь на весь день. Я после него поехал. Правда, все успело высохнуть. Где? Что хорошо. Балдежок. На велике круто, он почти сам едет. Только в горку он сам не едет, правда. Дорожки просто офигенные. Тут дубы и клёны. Они такие приземистые, раскидистые. Прям интересно ехать. Я надеюсь, камера меня не подведет. Ай-яй. Так. Фух. Вода. Ноги мои.
ноги. Ну, я устал, да. Сегодня мне повезло. В общем, ехал я, ну, знаете, по этой дороге. Потом был вот на том острове. В конце. И теперь я здесь. Поел, попил. О, похолодало, кстати. Навестили меня, блядь, много людей. Фоткаться, видимо, хотели, но я им не дал. Вот. Такие дела. Время 5 часов уже вечером. Но я считаю, нормально проехал. Средний у меня 19. Я год не катал. Это прям балдеж, наверное. Фух. Одна батарейка, ребят. Я весь в застежках. Весь. Забыл включить эти. Включили. Спуск вниз. Да я уже не знаю, говорить на камеру, не говорить. Она, блядь, лагает. Поговоришь, без толку. Дождик вовремя.
Я кайфую. Так, с города выехал. Теперь, короче, трасса осталась с плотиной. Ноги подзабились, да. Прям сложно катиться. Вниз, конечно, не сложно, но вверх очень сложно. Прям ноги болят. Болят. Вот такие дела. Дождик бы прошел. Меня намочило. Но вроде бы нормально. Ну, парит что-то, блин. Жарко все равно. Что, ребят, доехал я до города, проехал я сегодня 70-75 километров, мне еще до дома доехать, наверное, 3-4. Что могу сказать? Ноги ужасно забились, прям вообще не круто. Типа, я давлю, они болят и, ну, отказываются. Но это, наверное, с непривычки. Общее состояние, ну, нормальное. Просто ноги, вот главное. Общая усталость, она не такая сильная, как была. Иногда. Вот. Кстати, спасибо всем, кто постит фотки с поездок в группу. Там же 2800, что ли, или 2300 постов. Ну, короче, спасибо всем тем, кто этим занимается. Если кто-то не знал, что я, где я, то я был в этой группе. Я там комменчу. Лайкаю всех. Так что добавляйтесь, постите, катайте. Будьте аккуратны. Вот, и всем пока.